В этом году в Сурскую районную больницу приехали работать два новых квалифицированных специалиста – педиатр и гинеколог. А в службе скорой помощи появился фельдшер. Так Людмила Седова до переезда в Сурское жила и работала в Ульяновске, но после рождения двоих детей решила переехать поближе к родителям. Здесь же нашла работу по специальности и попала под программу «Земский доктор». О своем выборе не жалеет. Ну, условия труда абсолютно одинаковые. То есть, ну, в Ульяновске я работала в стационаре, ну и немножко поработала в консультации. Поэтому условия совершенно одинаковые, все есть. Мне очень здесь все нравится. Поэтому какой-то существенной разницы, конечно, нету в работе. Другая героиня и вовсе не знала о программе. Так же, как и Людмила, Александра вернулась на малую родину в связи с семейными обстоятельствами. Работать нравится, коллектив и условия труда отличные, призналась Александра. И в силу семейных обстоятельств мы с супругом приняли решение о переезде на малую родину свою. Я обратилась в Министерство здравоохранения узнать о вакансиях, и мне сказали, что существует такая программа, я о ней даже не думала, когда собиралась переезжать сюда. Главной мерой поддержки медиков остаются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним специалист получает выплату 1,5 миллиона рублей на любые расходы с обязанностью отработать в медицинском учреждении не менее 5 лет. Кроме того, получает ежегодные выплаты и надбавки к заработной плате. Но несмотря на все меры поддержки, не все медики спешат уезжать в район. В настоящее время больницу требуется оперирующий хирург и участковые терапевты. Работа по привлечению проводится бесперестанно. Лично объезжаю соседние регионы, в частности, это мою Мордовию и соседей Чувашии, Нижним Уралом. Ну, честно говоря, все это с переменными успехами. Напомним, в прошлом году по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земская медицинская сестра» и «Земская акушерка» в Ульяновской области было трудоустроено 77 медицинских работников. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.